Здравствуйте, уважаемые зрители. Мы находимся в Голубицкой, на очень хорошем пляже на южном берегу Азовского моря. Посмотрите, какая красота. Вот это вот Азовское море в сентябре. На дворе у нас сентябрь. Кажется, что лето, но на самом деле осень. Вода сейчас будет становиться, правильно один зритель мне сказал, будет становиться как бы такая тяжелая с виду и красивая. Ближе такое, знаете, как к черноморской воде. Черноморская вода у нас более прозрачная. Азовское море летом много очень планктона, разных веществ. Осенью они будут осаживаться, и она будет прозрачная вообще. Очень красивая. Температура воды сегодня вообще шикарная. 24,5. Вот такие вот пляжи кругом. Посмотрите. Многие из вас знают эти места, но многие о Голубицкой услышат первый раз. Посмотрите, вот здесь вот за бревном. О, а это наш зритель, я его сейчас не буду беспокоить, он загорает. Я его уже сегодня утром видел из Москвы. Очень много людей. Он гуляет здесь каждое утро. Привет, Сергей, отдыхайте спокойно. Очень много наших людей здесь. Я вот постоянно хожу и постоянно встречаю. Даже вот когда я сюда ехал, тоже по делу, по просьбе одного человека нашего. Я вот показывал, кстати, посмотрите это видео. Вот этот вот район, он очень интересный. Здесь бывший пионерский лагерь находится. И очень хорошее жилье. Вот, посмотрите обязательно это видео. Я ссылочку оставлю. Потому что кто хочет вот именно такие тихие места, вот как я сейчас, к примеру, иду, вот вам туда, друзья. Кто хочет более, чтобы людей было много, знаете, такое как бы повеселей, это вам на центральный пляж, вот куда мы сейчас идем. Потому что здесь очень много людей бывает, развлечения там различные и так далее. Люди купаются, я сам сегодня из моря не хотел выходить, но мне нужно торопиться. Вот, посмотрите, очень хорошо здесь, людей много еще, хотя сентябрь. Голубицкая, она вообще недооценена. Многие люди не знают про это место, вот как я говорю. Очень много в этом году новых людей, именно по видео приехало. Посмотрите, не обязательно где-то в Анапу ездить и так далее. Но сразу скажу, когда у нас северный ветер, у нас бывают такие похолодания. Еще вот недавно ветерок был, и купались только вот такие вот наши крепкие люди, пенсионеры или типа как я, вот такие люди, кто любит воду не перегретую. Ну, примерно вода была там 22,5-23. У нас она теплее, чем в Черном море. Азовское море не глубокое. Посмотрите, люди развлекаются, принимают грязевые ванны. У нас здесь лечебная грязь. Вот так вот, видите, мажут маски. Маски, довольные все, улыбаются. Красота. Очень хорошо в сентябре, очень хорошо. Я вот всем советую. Я сейчас длинное видео не буду записывать. Вы можете сами все посмотреть. Вот здесь вот онлайн-камера у нас висит. Можно все своими глазами увидеть. Но, как видите, людей очень много. В море сейчас можно купаться днем безопасно. С утра, конечно. Смотрите, что это такое? С утра, конечно, нужно поберечься. Там все-таки вытираться и так далее. Потому что ветерок с утра, если будет, то вас может немножко просквозить. И будьте, конечно, аккуратней. Я вижу очень много людей, даже таких покрасневших. Нужно либо мазью мазаться, кремами какими-то, чтобы не обгореть. Кажется, солнце
не жарко еще, но на самом деле жарко. Оно припекает очень сильно. Посмотрите. Вот такое веселье у нас на грязевом озере. А я вам, наверное, сейчас и покажу, где это грязевое озеро для новых зрителей, чтобы вы понимали. Потому что очень часто я показываю видео про него, но люди все равно спрашивают: Василий, где оно, где оно? У нас даже еще детские развлечения здесь есть. О, еще наших зрителей вижу. Так. Первая пошла. Вот, посмотрите. Очень много людей еще. Давайте зайдем на грязевое озеро, вам тоже покажу. И уже поеду. Кафешечки еще работают, покушать можно. Так. А вот и озеро. Вот именно здесь люди и лечатся. А потом вот так вот ходят, высыхают, отмываются. Да, благодать, друзья, просто благодать. Грязь уже вулканическая закрыта. Вот здесь вот платная грязь. Здесь вот в озере бесплатная она, вот посмотрите. Детишки купаются. Вот когда ветер, у нас здесь вот хорошо. Потеплее вода, можно кому ну, хочется, да, купаться. Обратите внимание. Вот такая вот обстановочка на пляже. Благоприятная. Видео будет короткое, друзья. Я на этом, наверное, не закончу. А вот здесь вот была платная грязь. Посмотрите. А хотя там есть еще, посмотрите, люди. Ну да, еще не закрыто. Вот они там, вот видите. 350 рублей, детский 300 рублей. Все. Видео будет короткое. Всем удачи, друзья, счастья. До свидания. Смотрите долгосрочные прогнозы погоды и приезжайте. У нас просто благодать. Октябрь месяц.